больше нету в канале. Вот. Находимся в деревне. Я в отпуске. Поэтому едем на рыбалочку. Время, правда, уже 4 час. Часа 3 у нас есть. Сейчас попробуем что-нибудь поймать. Надо супругу наконец поймать щуку. Поймаешь щуку? А? Нет. Поймает. Так что смотрим. Начинаем рыбачить. Посмотрим, как у нас сегодня будет. Так, за час такие вот уловы у нас. Яйца. Ну, для меня что-то ничего не ловится. Сейчас попробуем помелей. Хоть окунь есть. Что, зацепило? Или щука? Тебя, значит, идет, если ослабить. Ты что, не зацепил? О, ушла щука. Смотри, все в чешуе. А я ее, наверное, зацепила так. Ну, боком. Даже две чешуи на этой. Ну, бывает. Там окунь. Валюша. Со своей безумной пастью я видела. А? Ну я видела окуня со своей безумной пастью. Он отвалился. А, ну он может наверх это, вышел и отвалился. Щука. Нет. Под лодку ушла. Выпал, видишь, ловлю. Вовремя, как я. Не смотри, желтенький поставил, серебряный ручей. Ну вот, иди переживай. Ой-ой-ой-ой-ой. Держи. Ай, она сейчас выпрыгнет. Да блин. Где ты? Не надо, мне сейчас надо... Подожди, не вытаскивай, это она... Ну, пусть она там. Где эта штука? Подожди, надо. Положи пока сачок. Блин, мне так нервничать нельзя. Мне сейчас все более начинает болеть. Сворачиваться. Можно.
Смотри, как у щуки рта нет. Ну, в смысле, не нет, а... Так неожиданно. Все, цеплять? Кстати, берш, а не судак. И для берш это очень большой. Не хочет выходить. Глубоко засел. А это у тебя нет этой штучки? Смотрите, видите? Нет клыков. Клыков нет. Клыков нет, это значит берш. А для берша размер нормальный. Смотри, вот уже здесь тоже какой-то оторванный. Блин, а мне что со своей делать? Скручивать что ли? Опять у тебя уйдет этот окунь? А? Внимай его. Нифига себе маленький окунь. Нормальный окунь. Не маленький. А-а-а. Ой, господи, как она скачет. Щука? Да. Желтенький воблерок, смотри. Не держится как плохо. Да, она сейчас вообще, наверное, уйдет. Нет, не ушла. Ну, небольшая. Не, и хорошо держится вон на нее, как воблер сидит. Все, блин. Небольшое, наверное, что-то. Совсем небольшое. Разворачиваться. Здесь у нас видео яблок на рыбалку. Позапрошлом году мы тут яблок собирали. Сейчас зайти опять посмотреть яблоки. Ну, чуть-чуть подтянуть можно. Ну, вот все.
наверное, щука. Ой! Не торопись, не торопись. Она, наверное, ушла. Первая щука. Хорошая. О, видишь, выплюнул. Ага. А где эта штучка наша? Ой! Сейчас она хочет от нас уйти. Тварюка. Какая активная. Ну, конечно, она же не повреждена. Блин, да долбани по башке. Еще раз. Точно не выпадет? Блин. Я даже сбодаться не успел. Не, у меня волосы торчат. Не мой. Это трофейный. Сейчас чувствую, наберем трофейных углеродов. Ножа нет, плохо. Воблер один, отцеп мой. Еще два воблера вижу. Кусок старой сети. Углеров тьма на ней. Видите? Она что там? Все, погнали домой. Thank you.
это вот место режет. Да ну какое туповатое это место. Ага, ты хочешь сказать, что ты сетку отрежешь? Мне кажется, быстрее попасть. Говно мы поймали. Какие трофеи? Пока провозились, пора заканчивать рыбалку. Ну так вот неплохо. Да, Наташ? Здесь дом не кормленный. Ой, вай. Ой, мокро. Человек не умеет. Вот прям за час перед этим. Вот он за час. А где? Перед солнцем. А вот там. Подъезжаем еще. На это самое. Не на троллин, так кидал. Троллин? Троллин. А мне у меня 300 рублей. И шапка мокрая. Ну у нас тоже так бывает. И частенько причем. Я цепь оторвал. Думаю, елки-палки. А якорь начал поднимать, и цепь. Нет, вот вдвоем вам может отцепить. У меня отцепь есть, а что я один делаю? На якорь. Чуть выше заплываете на якорь, потом якорем сплавляетесь. Ну просто всегда пытаемся, а вдруг выйдет. Друзья, что-то, короче, темень уже. До ночи мы проводились с этой старой сетью. Ну, достали три трофейных воблера, свой отцеп. Хорошо вот этим зацепили якорем выдернули. То есть я обычно прям якорь наматываю и мотором вырываю, потому что вручную это бесполезно. Несколько есть видео, как мы сеть так вырывали. В принципе, рыбалка была хорошая, да? Удалась. Да, удалась. Сейчас встретили вот мужичка, вообще ничего не поймал. Вот. Не счастливчик, мы профессионалы. То есть каждый профессионал, я счастливчик. Для каждого места должен быть свои приманки. Вот, даже в Астрахани мы ездим, уже совсем другие приманки работают. Там на Селигере другие, а здесь такие приманки. Поэтому, когда я ездишь в одно и то же место часто, и всегда там ловишь. Ладно. Подписывайтесь на канал, да? Ставьте лайки. Лайки ставьте. Будет еще видео. Всем всем удачи, всем пока. Пока-пока.